Коллеги, добрый день, и мы снова с вами в агроцентре города Липецк. Сегодня у нас вторая подкормка озимой пшеницы в дозировке 120 кг на гектар. Для того, чтобы рассчитать точную норму внесения с разбрасывателем, нам понадобится бокс специальный для распределения по фракциям, литровая кружка, весы и сама мяч 6 литра. Что ж, приступим. Мы закрываем бокс и трясем примерно 20 секунд. Вот таким образом аммиак 6 литра распределилась по фракциям. Так вот, коллеги, мы видим, что 1 литр аммиак 6 литра весит 1 кг 36 грамм. Коллеги, сейчас мы войдем в приложение Quernelland и точно рассчитаем правильную установку разбрасывателя. Сейчас с помощью мобильного приложения Quernelland мы узнаем точно настройки нашего разбрасывателя. Рабочая ширина у нас 18 метров. Норма внесения у нас 125 кг на гектар. Скорость движения у нас 10 км в час. Выбираем подкормку. Далее. Из типа удобрения мы выбираем нам подходящее. В данный момент это номер 3. Гранулированные. Плотность. Где плотность? Мы пишем плотность. У нас получилось 1,036. По фракциям у нас получилось, что данные ячейки у нас 10%, другие ячейки у нас 90%. Далее. У нас появился список удобрений. Из этого списка мы выбираем самое подходящее. Вот. На данной картинке мы видим точные установки нашего разбрасывателя. Коллеги, мы сейчас будем настраивать разбрасыватель по нашим данным. Смотрим. У нас получилось 47. Мы раскручиваем. Установим на 47. Далее. У нас J. Красно стоит на J. J. И дозирование у нас точное. Мы переносим рычаг в эту сторону. А вот, коллеги, мы настроили разбрасыватель. Прямо сейчас мы пойдем кормить нашу озимую пшеницу. Ну что ж, после того, как мы настроили наш разбрасыватель, мы приехали в поле, на наш агроцентр. Сейчас мы вносим аммиачную селитру. Повторяюсь, вторая подкормка, фаза 28-29. Это конец кущения. Ну что ж, приезжайте к нам, и мы с вами посмотрим, как развивается наша пшеница в нашем агроцентре. До новых встреч!